Ольга Сергеевна. Сегодня мы будем с вами пробовать пиво. Крафтовое украинское пиво от пивоварни Лесопилка. Пиво торговой марки Варва. Бутылочка 0,33. Вот такая вот этикетка. Голова варвара нарисована. Борода у него хмелевая. Корова. Это у нас Milk Stout, поэтому и корова, по всей вероятности. Пиво сварено в стиле сладкий стаут, sweet stout. Впервые это пиво было сварено в июне 2015, а сама пивоварня открылась в августе 2015. Располагается она в Киеве, и она находится на месте бывшей лесопилки, поэтому над названием долго думать не пришлось. И весь интерьер оформлен в стиле таком вот деревянном. Итак, почитаем ингредиенты. Ячменный солод, ржаной солод, овес, хмель, дрожжи, вода и лактоза. Алкоголь 4,7. Экстрактивность начального сусла 18. И 30 единиц горечи. В составе у нас лактоза. А это неферментируемый молочный сахар, который не переходит в алкоголь, но придает сладость пиву и шелковистую текстуру, как обещает нам производитель. Ну что ж, давайте будем пробовать. Сладкие уже нотки ощутила я. Темное пиво, темно-коричневое, пена тоже такая вот коричневая, среднепузырчатая. И смотрите, сколько ее. Ощутим аромат, сладкий аромат, сладкие нотки, вот, карамельные, шоколадные. Попробуем. Первое впечатление — жженый солод, вот вкус жареного солода и кислинка, которую я тут, в принципе, не ожидала так сразу. Явно она так проявляется. И вот в послевкусии уже выходит сладость шоколадная, темного шоколада, вот какая-то вот такая напоминает сладость. Карбонизация хорошая у пива, тело тоже среднее. Вот, в послевкусии вот это вот немножко проявляется и такая слабая горечь. То есть, а вкус такой, можно сказать, кисло-сладкий. Ну, не приторный, не слишком прям такой кисло-сладкий в нашем понимании. Вот такое слабо-сладенькое, слабая кислинка. Горечь тоже непонятно, то ли она кофейная, то ли вот это... Вот эта жжёная стоит вот в горле, как-то ощущение. Ну вот, вот такие вот впечатления мои об этом пиве. В принципе, алкоголь не ощущается ни в аромате, ни во вкусе. Легкое согревающее тепло, да, есть. Общее впечатление. Ну, не особо впечатлило меня это пиво. Как-то более все-таки ожидала я такого сладко-шоколадно-кофейного. А какая-то вот кислинка. Кстати, до сих пор в послевкусии как-то все-таки даже и кислинка держится. Как-то вот эта легкая горечь с кислинкой. Сладость куда-то даже и пропала уже. Этому пиву я поставлю 3 балла. 3 балла из 5. С вами была Юлия Сергеевна. Увидимся на канале Мир Пива. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем пока!